спешат. Неплохо на Михнова. А дальше продавить не дали. Вот 2 в 2. Контрвыпад. Пруха. Ух ты! Ставит ему Петров корпус. Пруха на льду. Но пока явно не день чешского нападающего. Был у него хороший момент под занавес второго периода для того, чтобы отличиться. И вот уже в дебюте третьей 20-минутки. Ну тут посмотри, вот так сгруппировались. Мы сейчас видим просто повтор. Володь замедленный. Друг от друга отлетают хоккеисты. Но как-то видно, вот именно в момент столкновения получше сгруппировался Петров. Может просто и пожестче.